средства у меня не хватает, чтобы выкупить жилье даже за 15 лет дохода. То есть доходности своей не хватает по условиям этого банка. Ну, давайте мы рассмотрим. Я думаю, что Сбербанк — это не единственный банк, который работает с нами из бюджетной сферы по ипотеке. Не единственный. И, думаю, даже не самые лучшие условия по ипотеке дает Сбербанк. У нас есть другие варианты. Поэтому поглядим. Что вопрос? Художественный хирург, внешний решение. Андрей Филиппович, такой вопрос. Мне как отца молодого человека, подрастающего, интересует следующий вопрос в плане обеспечения детскими дошкольными учреждениями, именно детскими садами. Вот первый вопрос. Как-то будут расширяться в плане обеспечения мест, и имеются ли какие-то приоритеты со стороны лиц, работающих в бюджетной сфере? Ну, давайте, да, понятен вопрос. Значит, ну, вопрос о обеспеченности детскими садами. Мы однозначно